принципе, я помогаю одному народу перенять мудрость другого народа при помощи языка. Language is a dress of thought and prosper diaspora. Это студенты, которые параллельно с получением образования делают свои первые шаги в научной деятельности. В греческой тоге Мирослава, будущий педагог младших классов, учится на третьем курсе колледжа и уже работает секретарем кафедры естественно-научного образования. Ее уже ждут в одной из школ. На работу она придет не с пустыми руками, а с собственной методикой. Будущий педагог разрабатывает проект по проведению виртуальных экскурсий. Не выходя из класса, можно познакомиться с интересными местами, артефактами древних цивилизаций, шедеврами мирового искусства и зодчества. Разрабатывается проще простого, просто через самые обычные программы, такие как даже в Word можно сделать самую простую виртуальную экскурсию. Но сейчас есть такие виртуальные экскурсии, как экскурсия 360, когда мы смотрим полную панораму. Виртуальные экскурсии сейчас проводятся по всевозможным музеям, это начиная от Третьяковской галереи, да, хотя она достаточно продолжительная, но мы можем как бы просмотреть практически все залы, даже в 360. По словам Мирославы, такая технология, с одной стороны, удовлетворит любопытство и расширит кругозор, с другой, появится желание увидеть все вживую, когда представится возможность. В научном обществе вуза сегодня состоят 200 студентов университета и колледжа, примерно пятая часть. Они принимают участие в конференциях, семинарах. Они молодые, они дерзкие, они активные. У них могут быть самые какие-то идеи из области фантастики. Но потом, как правило, они применяются. Они не боятся дерзать, не боятся новых открытий, новых идей. Они молодые, и этим все сказано. За год в вузе привлекли в виде грантов более 2 миллионов рублей. Сумму назвали рекордной. По итогам года научное студенческое общество пополнилось на 10 человек. В вузе говорят, что их выпускники, выбрав анапский филиал, скорее всего, останутся работать в городе-курорте. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.